у нас болит спина. Нужно как-то быстро узнать причину, и кинезиология как метод диагностики позволяет эту причину быстро найти. Ну, для начала проверим мышцы спины, найдем мышцы, вокруг которых строится все нарушение, а потом уже попровоцируем какие-то аспекты здоровья или органы, или какие-то части тела, из-за которых эта спина опять нарушится. Их и будем лечить. Ну и предварительно из них еще приоритет выберем. И коротко и быстро это выглядит так. Нет. Ножки вправо. Ножки вправо. Да. Ножки влево. Влево. Лево это не я. Ножки влево. Ножку вниз туда в кушетку. Ножку вниз туда в кушетку. Коленки к груди. Ну туда. Ничего, даже похоже на тонус. Нет. Ничего не работает, все мышцы поясничного региона в гипотонии. Ищем ту, вокруг которой строится все нарушение. Правое ухо, правое плечо, приблизить ухо, плечо. Потрогаем здесь ножки вправо. Потрогаем здесь. И вот мы нашли ту мышцу, вокруг которой все строится. Это правая квадратная поясница. Быстро ее полечим. Она такая болючая. Ну так, еще не сильно. Может, тот раз было сильнее. Пою песню. Ну так, неприятно, но теперь. Приятно. Да, я прям чувствую зажимы вот вокруг спины повсюду. И у меня резко даже не могу встать, куда-то пойти, то есть надо все делать очень медленно. Кто смотрит, спросит, а что она делает? А я ее мну, там триггерный пункт. Я нашел триггер, его разминаю. Да, прям вот сразу самое оно. Вот честно, я так в общем не могу сказать, дело. Прям трогает самое оно. Самое оно, да. Да, ну самое главное, что эта мышца больная, но ножки правы. Заработала, ножки вправо. Заработала, ножки влево. Заработала, ножки влево. Заработала, ножку вниз. Заработала, ножку. Заработала. Вот у нас заработали все мышцы, а теперь нам надо как раз и найти, кто же эти мышцы обратно приведет к гипотонии. Того и будем лечить. И среди этих, если их будет несколько, найдем приоритетное звено. Хорошо. Ладошку на лоб. Ладошку как приходит. Ножка вправо. Это не эмоции. Эмоции, кстати, держатся. Ножки вправо. Это не химическое нарушение. Мальчик на глазке, на глазке надавить. Ножки на вас надавить. Ножки вправо. Это не вегетативное нарушение. Потрогать череп. Ножки вправо. Это ничья отличная. То есть у нас основное нарушение среди какого-то органа. Какого мы сейчас и найдем. Плечо. Еще раз. Правой ноге. К себе руку прижимаем. Со всей силы. Держи ножку, ножку вверх. Держи ножку, ножку на меня. И этот орган у нас. Либо желудок. К плечу. Еще раз. Не желудок. Либо 12-перстная кишка. К плечу. Еще раз. К правой ноге. Вот мы нашли причину, она одна единственная, это какое-то нарушение в 12-перстной кишке. Сейчас будем выяснять, какое, ну и будем корректировать это нарушение. Так, у нас есть разрыв пупочного кольца, я думаю, это следствие того, что у 12-перстной есть какое-то нарушение. Сейчас мы его красивенько затейпим. Регулируем клапана. Клапана кишечника. А как дисфункции два анатомических? Илиоцекальные и сфинктеровые. Это то, что имеет отношение к 12-перстной кишке. Потом посмотрим, как она у нас располагается в организме. Не завернулся ли куда-то хвостик, не тянет ли его кто-то. А потом уже проверим ее с точки зрения химии, с точки зрения эмоций, с точки зрения вегетатики. Все, зажурчало. Регулируем клапана и сфинктер кишечника. Вопрос интересный, как ты это видишь? А я проверяю через мышечный тонус, я их не вижу. Я создаю избыточное давление, и если сфинктер или клапан нарушен, ну, соответственно, у меня будет реакция в виде гипотонии. Мне останется найти второй клапан, с кем он в паре нарушен. Потому что по одному в организме не нарушается ровным счетом ничего. Любой рубец приведет к целому каскаду нарушений. Компенсаторных уже, правда, но это будет нарушение.
теле все взаимосвязано, и поэтому назад точка. Назад. Здесь все хорошо, назад. Здесь хорошо, назад точка. Здесь хорошо, назад точка. Здесь хорошо, назад точка. Здесь хорошо. Проверяем. Плечо. Правой ноге. К себе руку. Ножку вверх. Это не больно, ничего. Нет. Просто чувствуешь, да, нажим, как бы и все. Но когда другие точки, вот, допустим, на спине мы в тот раз делали, это было 10 секунд больно, терпишь, а потом нормально. Сейчас, ну, как бы, просто чувствуешь, что нажимает, и все. Какой-то там критичной боли нет, просто чувствуешь физическое воздействие руки. А что, поясница болит из-за... Из-за 12 перстной кишки. Мы еще не знаем, что с ней, то, что она смещена, это... Уже мы поставили на место то, что клапаны нарушены, это отрегулировали. Теперь надо понять, нет ли в кишечнике какого-то нарушения химического, эмоционального или вегетативного. Либо все вместе. Такое тоже бывает. Хорошо, поехали. Держи ножку. Ножку вверх. Мы сюда сместим. Отлично. Сместим. Отлично. Сюда сместим. Отлично. Ну и смотрим, что у нас с кишкой. Положили. Две руки. Ножку вверх. Так, все хорошо. Положили ножку на ножик. Ножку вверх. Я можно здесь уже держать. Слава Богу. Ложись сюда, ножку вверх. Вот мы определили, что у нас в 12-перстной кишке есть какие-то химические нарушения. Нам надо понять, это воспалительная реакция, либо это проблема исключительно по иммунитету и по гормональной системе. Пошли, не знаю. Опять сейчас подышим. Вот мы видим, что тело у нас защелочное, значит, проблема будет строго по иммунитету и по гормональной системе. Ну, с точки зрения назад ручкой. Назад. Кишечник. Там есть какое-то внутреннее нарушение, оно будет иметь отношение к слизистым, к флоре. Вряд ли это какое-то воспаление, потому что организм не закислен. А с точки зрения железы, назад ручку, щитовидка, надпочечники, надпочечники. С точки зрения гормональной системы, это надпочечники. Либо они истощились, их надо чем-то подкормить. У Марии, у нее были стрессы. В последнее время их было просто достаточно. Вполне логично, что на фоне стрессов у нас идет расход по микроэлементам, по витаминам. На фоне стресса у нас ограничивается дыхание диафрагмы по поводу разорванного пупка. И на фоне истощения по витаминам и микроэлементам у нас нарушится флора. Такое поведение организма, оно в принципе нормально, но как результат заболела спина, потому что больной орган это 12-перстная кишка. И нам надо сейчас ее просто покормить, чем-то что-то не хватает. Но это не будут уже аллопатические средства в виде антибиотиков, грибов, паразит. Мы, конечно, проверим, но прям вот думаю, что нет. Не, у нас у каждого человека есть витаминка, которая является своим расходным материалом, потому что в зависимости от нарушений кому-то витамин С нужен, и он употребляется, у кого-то витамин D, у кого-то магний, у кого-то омега. Только зависит от того, какие нарушения. И омега-3. Пропиловкус. Если ты не нервничал, если бы не было вот этих событий и стрессов, то ничего бы и не было. Какая витаминка подошла? Я омега-3. Только закончил. Это твоя витаминка. Без еды она тебя будет провоцировать. Она усиливает всасываемость чего-то. И в эту всасываемость чего-то загоняет чего-то не того внутри клеток. А с едой она будет тебе помогать. То есть у тебя на самом деле она все время расходуется куда-то. Спрашиваешь, что у тебя там за колбочки? А, в колбочках у меня тут разные витамины, селены, магний. То есть колбочки с разными препаратами, которые позволяют понять, где нарушение, на каком уровне. Когда мы что-то даем в руку, для многих это кажется волшебством, но у нас есть рецепторные зоны, у нас есть электрохимический путь передачи сигнала внутри организма. Это магниколевый насос, который из клетки что-то вытаскивает, в клетке что-то затаскивает. Там есть электричество, там есть магнитное поле. А всякие вот эти витаминки, препараты, там травы, они имеют химический состав.
И в рецепторной зоне этот химический состав, он вносит возмущение в магнитное поле, после чего электричество течет либо лучше, либо хуже. То есть обмен между клеток либо лучше становится, либо хуже. Так мозги понимают, ему от этого хорошо или плохо. Ну а нам становится понятно, где эта точка нарушения, чем ее кормить, то есть какой пинок нужно давать. Да не совсем сложно, назад ручкой. Вот положили противопаразитарное, и никакой реакции. Значит, паразита точно нет. Назад ручка, назад. Нет, у нас нет никаких воспалительных реакций. Мы пойдем со стороны иммунитета, да? Мы подберем сейчас сборы специй, потом с этими специями проверим гормональную систему, проверим мочеводящие пути. Может, кому-то что-то нужно будет дать из витаминов. То есть здесь только будут микроэлементы, только все, кроме аллопатии. Такой light режим. Но этот light режим просто произошло и истощение на фоне стресса. Здесь ничего такого нет. Друзья, не впадайте в хронический стресс. Я тебе ручку по одному даю. Я не знаю, там со стороны кому видно. У нас есть три точки, куда мы смотрим всегда, потому что проблема, если касается тонкого кишечника, это всегда поперечные мышцы живота, талия. Но Мария худая, худенькая, и по ней особо не увидишь по талии, поэтому будем смотреть на вторую точку и на третью. Это платизма, которая грудь держит. Две мышцы ее держат, одна из них платизма. А вторая — это щечные мышцы. Это вот эта мышца, которая заходит вот сюда. И мы можем посмотреть неравномерно с правой и с левой стороны. С травкой в руке вот эта неравномерность должна уходить. Платизма должна собраться и приподняться в грудь. Ух ты ж. Тише. В принципе, тут есть три отлично, три сомнительно. Нам надо проверить. Это будет сухая смесь из специй. В первую очередь идут зерна. Птичий корм, так называемый. Специй будет где-то 5-6. Ручка вверх. Вот у нас получились какие-то травки, мы сейчас их проверим, нужны ли они все, потому что их здесь 7, кто-то точно лишний. 7 бывает, прям не бывает практически, 6 максимум. Вверх ручка, нужно, вверх ручка, еще раз. Вот что я не семена, вверх, нужно, вверх, нужно, вверх, нужно, вверх, нужно, вверх, нужно. И проверим, все так, ручка, вверх, подожди, ладно. И теперь нам осталось дать какую-то провокацию в виде какой-то не очень чистой еды. Это может быть алкоголь, вафли. Хороший набор. Хороший набор. Водка, вафли, полна химии. Я даю соль, это нагрузка на почки. Я даю гепатотоксичный препарат в виде кофе. Я дам омегу-3, которая... Смотрим, что получилось. Назад ручку. А Маша спокойно держит. Смотрим, как пищеварительная система. Держится. С нарушениями? Но держится. Нет, нам останется теперь гормональную проверить, каждый орган и мочеполовую систему. Мы так, в общем-то, собрали это только для тонкого кишечника. Если я Марии даю водку, то мы не получаем никакой реакции. То есть водка для нее, ну, спокойно переживет. Единственное, что мы можем проверить, будет ли у нее похмелье. Низ ручка к той ноге правой. И не выключиваем. Как есть, так есть. Это малая грудная. Похмелье с водки будет. Но организм нам говорит, да, организм говорит, что я ее спокойно держу, спокойно перевалю. А если я просто даю вафли, нам организм говорит, мне плохо. То есть вафли хуже, чем водка. Да, да, ресурс должен быть переварить не только вафли, но и вместе с вафлями еще вот все, что я давал, и батон хлеба сверху. Такой должен быть ресурс у организма, даже если позавчерашними щами там заесть, кислыми. А тут простые вафли, уже ресурса нет. Нам, конечно, интересно, почему от них уже плохо. Мы же лечим орган, из-за которого болит спина, собственно. Но стоит нам дать только сбор, который мы собрали, как у нас вафли спокойно перевариваются. Да? Да?
Теперь надо проверить, как подыхать. Люди пишут, что тут происходит. Напиши, это работа... А, ну нет, здесь работа кинезиолога. Сейчас в данном случае кинезиолог подбирает сбор и специи для тонкого кишечника. Мы уже собрали этот сбор, он сухая смесь будет. Нам останется только подобрать, как его принимать. То есть это будет привязано к еде или не привязано к еде. Потому что если это привязано к еде, то вопрос с нарушением связан с ферментами, то есть с их недостаточностью. А если не привязан к еде, значит вопрос уже со слизистыми, то есть с фильтрами, которые фильтруют еду, чтобы кровь была чистая. А если фильтр дырявый, во-первых, это предпосылка для образования всякой другой флоры. И второе, чтобы мы не съели, кровь всегда будет попадать какая-то грязь. Так, как лечить шерсть без них? Вопрос, как настроение, как? Да, легче, чем лучше, как сразу. Ну что, где ушибы были очень много? Ну, сначала, ручки, да? Вот, лежа, кожа. Ручки, да? Ну, сколько, не сколько? Кашлянь. Пожалуйста. Берем, сколько нам их есть, пить и в каком формате. Одну чайную ложку, две чайные ложки, три чайные ложки, четыре чайные ложки. Вместе с едой, вместо еды. Между едой. Это вопрос к слизистым. Нарушены слизистые, фильтра нарушены уже. Ага. Давай, принимай 2 недели, 3 недели, 4 недели. 3 недели. Все верно. 3 недели это как раз тот срок, за время которого меняется слизистая оболочка. Все 6 слоев, включая базальный слой. Вот так мне нужно. Что 4 чайные ложки один раз в день. Да, сильно не вникайте, сколько не жевать, запивать воды. Просто делать так, как говорит, и результат будет, потому что реально уже много моих друзей, и как бы я в том числе в тот раз пришла. И на следующий день у меня ничего не болело, вот просто, даже просто от приема. А с лекарствами, когда ты просто забываешь, у меня в тот раз скованность между лопатками была, я просто даже рюкзак надеть не могла, даже на 5 минут, все, у меня просто настолько все тянуло. И побывав на приеме, просто на следующий день я, думаю, странно, не поверила. А потом месяц прошел, а все, даже легкость остается. И до сих пор она у меня между лопатками есть, хотя я думала, там что-то срастается уже. Думала, что это нереально, и надо там что-то как-то размассажировать. Хотя на массаже тоже ходила, и нифига не помогало. А тут приходишь, и за один сеанс это просто убирается. Ну вот магия какая-то, но это тем не менее факт. Да, организм устроен хитро, главное с ним как-то поговорить. То есть есть какой-то индикатор, что-то поважнее тут. Гвоздика, про эмоции. Так, чеснок, это у нас вегетатика, это строительный материал. Гвоздика у нас убрала эмоции. Одна дольше, это тоже важное. Это у нас орегано. Орегано, это у нас противомикробная специя. Ну, вот такие специи, да, я не ем вообще, поэтому, да, их не отдельно как-то надо. И вот самая важная специя, это пожитник у нас. Я такой даже не слышала. Пожитник снимает отек с кишечника, а он в отеке. Поэтому и клапана были нарушены. Но первая причина – эмоции, как вы помните. Просто страдает 12-перстная кишка, это часть тонкого кишечника, а по итогу болит спина. Сейчас бы ты пошла на массаж. Это жестеночное пищеварение. Я сейчас ты пошла на массаж со спиной или да к чему? Куда? Куда пошла бы? Массаж он помог бы, но... Ну, он расслабляет, но на день, на следующий день, к вечеру опять то же самое все. Поэтому не думайте, что там это вы устали. Нет, просто надо с этим разобраться правильно. Вот и все. Я просто к тому говорю, что... Казалось бы, поясница, да? Да. А болит причем, из-за того, что так, живот. Причем так, что аж ноги отнимаются, я не могу встать. Встаю как-то старуха потихоньку, помаленьку, и это действительно мешает жить. Плюс ходишь, у тебя устает все, и также начинают чуть ли не ноги отниматься. Так, все, мы подобрали. У нас получился сбор, который не надо жевать, потому что все, что мы жуем, пойдет по пищеварительной цепочке, но через желудок. А наша задача как-то это дело миновать желудок, потому что у него высокая кислотность, он половину переварит просто, потому что нам полезного здесь нужно. Поэтому мы просто будем глотать, либо в воде разбалтывать, либо запивать нашим уровнем. Что у нас? Два гормональной системы. Вот эти сборы мы вылечили только кишечник. Теперь пройдем по всей пищеварительной цепочке, анальной системе и по мочевыводящей системе. Каждый орган посмотрим в отдельности. С учетом того, что вафли в руках, это нагрузка. Ты же поручил, не включил. Сейчас. Желудок справится. Правой ноге.
печень справится, опускаю ручку, к себе ручку держу, поджелудочная справится, ножку тонкий кишечник справится, ножку толстый справится, а вот гормональная система, ручка, не справится, значит, что-то ей дадим. Нам нужны будут какие-то витаминки, и если в таком формате, ну, вообще, куку, вот формат не поможет. Сейчас что-то подберем из витаминов. Итого у нас получились специи, две витамины, D3 витаминка и омега-3. Вот и все, что потребуется для того, чтобы вылечить 12-перстную кишку, но с точки и тонкий кишечник полностью, но с точки зрения химии тела. У нас была еще эмоциональная причина, он действительно будет выбит, но за него будет какой-то другой орган отдуваться, потому что первичная причина. Убираем. Как дышать? Без них? Нет, с него легче. Да. Получше? Сразу, да, лучше. Отлично. Дыхание, да, устанавливается такое? Ну, глубокий вдох. Да, получается. Прям сразу получается. Так как-то скованно, а тут вот, вы хотите верить, хотите нет, но это факт по ощущениям. Друзья, дыхание – это тот наш индикатор, который позволяет понять, ну, даже в самостоятельном режиме, что нужно телу. Это касается еды, цвета одежды, вот все, что для организма хорошо. Ну, цвет одежды – это у нас защита от инфекции, в принципе. Поэтому каждому человеку свой цвет нравится. А если вы научите себя слушать, вы можете понять, что вам нужно. Просто смотря на какую-то еду или там, взяв ее в руки, еще лучше, вы сразу поймете, как поменяется дыхание. Поймете, ваше, не ваше. Если хуже стало, естественно, не ваше. Пока. Хотя съесть должны все. Ну, я хуже замусор. Заушные. Лимфоузлы ищем, которые замусорены. Только два лимфоузла замусорены, поэтому задача простая. Нам на помощь приходит, да, вот такой герой полосатый, волосатый. Сейчас что будешь делать? Лимфоузлы замусорные, нам нужно их прочистить. Чем? Кросс-тейпами. Вот такие сеточки, которые клеятся. Такой пластыречек, но сеточки. Но сеточки сделаны хитро, потому что они асимметричные. Здесь три лапки, здесь четыре. Вот эта асимметрия нам дает, позволяет рецепторно раздражать определенный участок тела. И мозг эту асимметрию понимает. За счет этого идет раздражение назад. Если обычный тейп он не раздражает, там нужно натяжение, то здесь никакого натяжения не нужно. Нужно асимметричное воздействие. Еще Мария жаловалась, то, что у нее плохо соображала, я правильно это слово подбираю? Ну, до этого, да. После ковида. Уже проверим, в каком состоянии у нас. После ковида реально рассеянность была дикая, я просто не могла собраться. А сколько прошло времени? Ну, уже 3 месяца. Ну, проверим на всякий случай. У меня до сих пор рассеянность. Даем То есть мозгам не очень хорошо. У нас, смотрите, у нас по сути мышцы показывают либо нарушение в мозге какое-то, либо нарушение в теле с противоположной стороны. У нас две стороны отреагируют, теперь мы можем просто предположить, если это мозги, а нарушение, например, химическое. Мы проверим. Ручка вниз. Еще раз медленно. Еще. А если не так, пальчики? Да. В чистом виде химическое нарушение. Давайте немножко почистим сейчас. Руками уже лимфоузлы. Подыши. Поближе снимешь? Нет, нормально. Ты что делаешь такое страшное? Я иду по лимфатическому руслу и прочищаю его. По сути, мы обеспечили отток лимфатический. Поле у ручья,
Парня молодого полюбила я. Хорошо поет, да, хорошо поет. Единственное, что мышца, которая показывает нам состояние мозга, она пришла в гипотонию. То есть Маша приходится слова-то все равно вспоминать, она извлекает где-то прописанные уже, но ей приходится этот мозг напрягать. Теперь вопрос уже к самому мозгу, то есть к движению жидкости внутри него. Тем не менее, мозги не среагировали. В идеальном варианте нам еще потребовались бы иголки, но не в идеальном варианте мы идем к спине, потому что сейчас нам надо проверить, до конца ли мы вылечим 12-перстную и заняться уже непосредственно самой спиной, нарушилась же она как структурная единица. Друзья мои, а все нарушения у нас происходят по той простой причине, что у организма есть такая необходимость, не им придуманная, но он ее исполняет, это вертикальное положение тела. Люди у нас асимметричными становятся только из-за того, что появляется в организме какой-то регион, какое-то место, которое болеет чем-то. Это рубец, старый перелом, какие-нибудь воспаления, эмоциональные нарушения, прикусы, еще что-то. То есть есть какая-то фиксация, какая-то новая норма, от которой организм вынужден увести нагрузку. Потому что мы идем, но что-то надо беречь. Вот мы откуда-то уводим нагрузку, но так как надо вертикаль сохранять, мы искривляемся, но стоим все-таки вертикально. И получается, что кто-то в вечной перегрузке, а кто-то вечно отдыхает. И нам остается дождаться всего лишь целевой компенсации вот этого региона, который в вечной перегрузке. И мы получаем в итоге боль. Ну, хотя не знаем. Но еще константа такая. Если болит что-то в каком-то месте, куда не падал, ну, так рояль сказать, где нету изменения целостности ткани, не было переломов, разрывов, отрывов, надрывов или что-то такого, значит, этот регион просто компенсаторно за кого-то устал и сорвалась компенсаторная возможность его, и пошла боль. То это то, что мы чувствуем. Ищем того, кого он компенсирует, то есть кто отдыхает, кто болеет в теле. На того, кто болеет, организм не жалуется. Он болеет, и его тело бережет, ему плохо. А кто-то просто отдувается, и жалоба пойдет на того, кто отдувается. Так, мы давай убеждение пробежимся. Держи, дурочка. Я хочу. Я хочу. Держи, ручка. Я заслуживаю. Я заслуживаю. Мне нужно. Мне нужно. Я способна. Я способна. Это возможно. Это возможно. Угу. Я принимаю себя такой, какая есть. Я принимаю себя такой, какая есть. Меня принимает такой, какая есть. Меня принимает такой, какая есть. Это нормально все контролировать. Это нормально все контролировать. Я умею расставлять приоритеты. Я умею расставлять приоритеты. Я доверяю людям. Я доверяю людям. Я состоялась. Я состоялась. Я виновата. Я виновата. Мне нужно внимание. Мне нужно внимание. Я женственная. Я женственная. Я значимая. Я значимая. Все держится. Похоже на секту. Как вступить? Похоже на секту. Вступайте, да. Подписывайтесь. Просто придите, все поймете. И вот, я не знаю, произойдет чудо, когда вы на следующий день с болями, а на следующий день встали, и у вас ничего нет. Я сначала сама не верила, но когда пришла, попробовала, в этом убедилась. Секта называется Академия прикладной кинезиологии имени Василия Людмилы Федоровны. Погуглите, кстати, интересно. Профессор медицинских наук. А как интересно, убеждение ты в прошлый раз проработал, да, они до сих пор держат. Да, и я чувствую себя увереннее от этого, еще что-то. То есть мы работали в тот раз, ай-яй-яй, с убеждениями. И сейчас я сама удивлена, что да, ни на что тело не среагировало. Не среагировало. Не, на что-нибудь можно найти, конечно. Это ну, надо да. Прям рыться. Прям рыться, рыться, рыться. Так, а ты молодец. Что сейчас делать? Здесь? Укороченный диафрагмальный нерв. Васильева и ее коллег смотрю, но как зритель очень познавательно. То есть знает кинезиологию. Да, здесь немножко другой подход, потому что Васильева работает по Паламару, но у Васильева был очень интересный преподаватель, Крутов Григорий Михайлович. Там такой, можно сказать, инновационный подход, и он попроще и быстрее. Вот мне он больше нравится. Хотя Василию тоже интересно. Назад ручку. Уже, кстати, спина не болит. Уже я сейчас так, ноги да. поднимаю, и по нервам ничего не идет, как было до этого. Теперь мы переходим к самой спине. Причину мы убрали, вылечили 12-перстную, подобрали ей специи и две витаминки у нас получилось. Для гормональной системы одна у нас будет в роли провокатора.
для того, чтобы эти специи всосались. Это омега-3. Отвечает. И круто, очень-очень нравится. Я не кинезиолог, думаю, пора на прием к вам. И Крутов очень нравится, да, Крутов. Ну, просто пока вы не придете, не попробуете, вы не узнаете этого. Со стороны может оказаться реально какие-то чудеса, но все ощутите на себе сами. Крутов — это круто. Так, Крутов — это круто. Вниз, да? Да, да. Виновата именно поясница, на то, что жалуются. Бывает так, что болит поясница, а виноват грудное отдел. Но в данном случае виноват не грудное отдел, а именно поясничный. Везде будет. Ударили на 5 секунд, и все, и потом ты ничего не чувствуешь. Ай. Оп, и все, опять отпускает. Хотя сначала там очень будет. Сначала там. Прям все так, по мелким небом аж разбегается, а потом раз, и как будто и не дали на тебя. Ну, представь, какая эта ножка сейчас заработает. Это уже простая работа по мышечным цепям. Пятчик из-за... Любой человек, который знаком с анатомией, он знает агонист-антагонист систему. Право-лево, вверх-вниз, вперед-назад. Осталось только вводить тестом. Тест — хороший инструмент для диагностики. То есть сама кинезиология, повторюсь, это диагностика, это быстрый поиск причины. Потому что ко мне пришла Мария, мне нужно как-то быстро понять. Пришла с жалобой на спину. Вот, хорошо. Мы с Марией уже виделись. Один раз, это было месяц, наверное, назад, может, побольше, месяца два назад. Нет, да, почти три. Почти три месяца назад мы виделись, там была немножко другая проблема, а сейчас заболела спина. Такое может быть, потому что один сеанс редко кого бывает достаточно. Но, тем не менее, я уже предполагал, что там не будет ни инфекции, ни эмоций, потому что мы в прошлый раз все это дело проверили, отработали, что-то там подобрали, все прекрасно. И я предполагал, что что-то будет в самом теле. Ну и в теле мы нашли быстро, в течение 5 минут, нашли, что виноват в этой спине кто-то из органов, тут же нашли этот орган, и тут же нашли, что с этим органом. И у нас получилось нарушение по иммунитету, то есть нарушение в слизистых оболочках этого органа. И мы подобрали специи, со специями все будет хорошо, мы слизистые опять заново соберем. Потом еще один сбор потребуется, наверное, скорее всего. Но факт остается фактом, спина перестанет болеть. Я вот ногу даже вот так поднять не могла. То есть у меня сразу спина реагировала по нервам, по всем. Да, тут триггерные пункты на мелких мышцах стопы. Я просто проверил, кто эти большие ягодичные будет отключать. Ну и Мария будет наступать ножками, и они будут отключаться в этот период. А ягодичные мышцы нам нужны, потому что они отставляют ногу назад, и при этом нагрузка на поясницу не ложится. А если они отключатся, либо одна отключится, то человек вынужден ногу назад отставлять через подкручивание таза с одной или с двух сторон. Естественно, нагрузку на поясницу она опять завалит. Я смещу позвоночник вот сюда, да, Виночка? Я смещу его вот сюда. Я смещу его вот сюда. Я смещу его вот сюда. Ну и мы сразу нашли, что относительно нижнего позвонка, относительно верхнего, это R4 или R5. Ты руками смещаешь позвонки? Да, да. Я нашел относительно чего, относительно какого сегмента. Да, именно здесь у меня, кстати, грыжа, которую я думаю, что она болит. Но на самом деле, не думайте, что это спина или грыжа. Все дело в другом. Просто придите и разберитесь. Ну, хотя грыжа тоже может болеть. А может не болеть. Может, ну, как бы, да. Но я уже убеждаюсь второй раз, что вот завтра я буду летать. То есть однозначно это не грыжа, как может изначально показаться. Можешь?
И вот это что-то называется крестцово-копчиковое сочленение. Сейчас мы застабилизируем позвонок, который двигали L4, L5. Просто на время. Чем? Тейпами. Обычным тейпом. И пока Мария пошагает вместе с застабилизированным позвонком, он должен сохранять свое местоположение. Тейп — это тоже удобная штука. Можно много чего сделать с помощью одного тейпа. Можно позвонок застабилизировать. Можно продренировать орган, например. Можно вообще весь организм подренировать, обеспечить ему лимфатический отток. Что еще можно? Можно растянуть какие-нибудь шрамы, можно сустав застабилизировать. В общем, вариантов много. Придумали всего лишь ленточку, которая натягивается. А вторые люди придумали кросс-тейпы. Вот ты, кто не видел, тоже уникальная штука. Можно работать даже, можно лечить даже эмоции с помощью кросс-тейпов. В принципе, можно и тейпами, но кросс-тейпами удобнее, там не надо про натяжение думать. А с тейпами надо всегда думать, куда натягивать, с какой силой, в какую сторону, как, куда лапка, куда якорь. То в том случае не надо, и даже тест не нужно знать. Дави меня. Угу. Видите, я здесь, прежде чем наклеить лапку, я всегда проверяю через... Тест это значит, что я у мозга спрашиваю, как будет хорошо, если я приклею лапку сначала вот так или сначала вот так. И он мне однозначно говорит, вот в этом случае будет хорошо. А в том случае будет плохо. Поэтому, кому не верить, себе я верить не могу. А вот мозгу Марию верю на 100%. А как ты же вот не задаешь вопрос, а как тело отвечает? А я провоцирую. А я же спровоцировал. Я сначала показал, как я наклею лапку, а сейчас уже без разницы. Я показал, что я наклею вот так, и мозг показал гиптонию, а потом показал по-другому. И так я нашел. И вот эта кинезиология, она хороша тем, что, по сути, мы находим и тут же корректируем. То есть мы нашли нарушение и тут же смотрим, какая ему коррекция нужна, чтобы избавиться. Где-то работаем руками, где-то нам потребуются какие-то травы, специи, витамины, микроэлементы. Где-то нам потребуются иголки, где-то нам потребуются тейпы, кросс-тейпы. А где что? Вот. Мы просто знаем, какое нарушение, и знаем, на каком уровне. Тогда у нас не возникает назад. Назад вышли. Это вместо тысячи всяких анализов, это вместо многих всяких врачей, которые будут делать умозаключения по анализам. Это деньги, время, беготня. Один врач не согласован с другим. Это сложно. Врачам на самом деле сложно, и у них кроме анализа ничего нет. Это надо иметь огромный опыт, чтобы по анализам предположить хотя бы, что там может быть, предположить и не ошибиться. Потом визуальная диагностика, то есть ты смотришь на человека, и клиническая картина вот именно такая, потому что симптоматика многих нарушений, она схожа. И даже в компьютер, если забивать, я когда-то думал, а почему не сделать компьютер, куда вбивают симптоматику. То есть человек наблюдает, просто туда заносит. Это невозможно, друзья. То есть абсолютно разные болезни могут иметь под собой пласт очень общих симптомов, потому что, и здесь достаточно просто объяснить, у нас всего 4 аспекта здоровья. И страдать могут все 4, могут 3 от этого и симптомы. Потому что давление может быть при той причине. И, естественно, куда ты запишешь, подо что ты от симптома. Он может быть давление от того, что аппендикс, а может быть давление из-за того, что нервничаешь. А может быть давление из-за того, что кишечник. Вот как тут отнести? Это сложно, поэтому врачам. А кинезиология, оно проще тем, что они напрямую общаются с мозгом, провоцируя что-то и находя точку, которая не справляется с этой провокацией. У нас никогда ни на что не должна быть гипотония. Ни на вафли в руке, ни на какой-то более еще несъедобный продукт не должно быть. И это как раз говорит о том, что у человека есть ресурс. Мы не можем сказать, он здоровый. Потому что здоровых людей нету, мы же не стерильные. Но мы можем сказать, мы здоровы, потому что у нас ничего не болит, у нас есть ресурс на эти раздражители. Мы можем есть какую-то еду и не получать в ответ ни отеков, ни раздражения по ЖКТ, ни каких-то других нарушений.
Вот тогда мы можем сказать здоровым. Да, ну, надо искать вот эти точки, которые не справляются с чем-то. А причин всего 4, может быть. Там и еще. Вы не представляете, сколько у нас сеанс там, ну, около там, 1.5-2 часов меньше даже. Я не ощутила времени. Но я пришла больная, хромая, не могла сесть, не встать, как старушка вот эта вот с руками. И сейчас, через 1.5 часа, все, у меня никаких болей вообще нет. То есть тело полностью расправлено, свободно. Вот я могу делать все, что угодно, и у меня не отдает никуда ничего. Это просто удивительно. На момент может показаться, что вот что-то с чем-то, но это действительно так. То есть сразу после сеанса нет никаких болей. Но это в моем случае, у всех свой случай. Потому что до этого у меня была просто поясница ныла, отдавала по всем нервам, и я думала, болит грыжа в пояснице. Но нет, что, Виталий, у нас было? Ну, было странно, потому что Марию не видел 3 месяца, мы до этого встречались, и когда она пришла, сказала, что болит поясница, которая до этого не болела, а спросила, с чего вдруг? Ну, может быть, Мария скажет, я упал или еще что-то. Нет, она сказала, у меня очень сложный был период, последний месяц, с точки зрения эмоций. И получилась такая история. По поводу эмоций у нас нарушился иммунитет тонкого кишечника, начиная с 12-перстной кишки. Вы знаете, как эмоции, стресс может привести, начиная от диареи, но в конце концов он приведет к истощению слизистых и нарушению флоры самого кишечника. Поэтому нам пришлось для тонкого кишечника подобрать специи, подобрать витаминки для надпочечника, подобрать одну витаминку, которая является у нас и провокатором, и расходным материалом. Это с точки зрения химии. С точки зрения руками мы отрегулировали клапана, собрали почечное кольцо, оно разорвалось. Вот у нас еще один герой просит лечиться. И руками, ну, в общем, руками мы собрали сами органы. Причина была одна единственная, причем. И руками немножко поработали еще со стороны спины, потому что съехал один позвоночник, а у Марии там грыжа старая, и вполне возможно, она себе давала знать. Мы просто поставили все на место, но, как я сказал раньше, причина первая – эмоции привели к химическому нарушению. То есть сама конструкция эмоциональная, то есть сам каркас, сама структура личности у Марии все прекрасно, это держится, просто был очень тяжелый период, она в этот период действительно стрессовала. Красиво. Застабилизировали позвонок просто тейпом, после того, как руками подвигали, собрали пупок тейпами, после того, как сразу его собрали. И здесь у нас стоит две иголочки о том, что орган тонкий кишечник, он помимо химических, болел того, что химический, он еще болеет будет обязательно эмоционально. И за этот орган у нас отдувается правая почка, из-за чего Мария получала интересную эмоцию, как не подпускать к себе близко людей. Ну нет у нее желания подходить самой лишний раз и к себе подпускать, хотя внешне не скажешь. Вот, а так все натуральное, то есть травки пролечиться, пить, смешать и все, то есть фенхель, гвоздика, пожитник, укроп, чеснок, орегано, вот это мне надо сейчас все смешать и попить. Сколько, кстати? 1 раз в день, ну, пока не закончится все. Пока не закончится, да. На 3 недели. Ну, то есть 3 недели в среднем все это попить, это мы нормализуем слизистые. Это восстановим слизистые тонкого кишечника, которые являются фильтром между кровеносным сосудом и едой. Что бы мы ни съели, кровь должна быть чистой, и за эту чистоту отвечают наши фильтры. Они многослойные, они могут истончаться, они будут неструктурированные, и получится куча нарушений в дальнейшем. К этому приводит хронический стресс, в том числе не только плохая еда. Плохая еда тоже приводит. Кому интересно, какая плохая, я скажу. Ну, еда у меня была хорошая, да, в последнее еда хорошая, время. Не греши. Ну, то есть, блин, ну, честно, приходите, не пожалеете в этом отношении, то есть вот результат сразу. Я думала, это невозможно убрать, но с каждым днем моя боль становилась все сильнее. И вот сейчас ее полностью нет. И я уверена, что ее в ближайшее время тоже не будет. Особенно мы подлечимся, и будет вообще все офигенно. Отлично. Магия.